В администрации Люберец обсудили вопросы размещения нестационарных торговых объектов. Глава округа Владимир Ружицкий сообщил предпринимателям, что теперь они могут подать документы на участие в аукционах по установке НТО. Глава округа сообщил, что предприниматели Люберец могут подать документы на участие в аукционах по установке НТО до 22 июня. Количество участников в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта не ограничено. И совместно с торгово-промышленной палатой, вместе вот с сообществом предпринимателей, с администрацией городского округа эти вопросы обсудить, рассмотреть, потому что я, например, говорю Кириллу Александровичу Тимошкову, что надо готовить аукционы, они должны быть предельно понятны, прозрачны. Во время аукциона будут разыграны 85 мест для размещения нестационарных торговых объектов и около 50 мест на весенне-летнюю торговлю. Каждый участник получит свой номер. Аукционы будут проходить в присутствии правоохранительных органов. Во время этой процедуры будет вестись видеозапись. Все требования прозрачные и открытые, порядок размещения объектов и приемка его в эксплуатацию в соответствии с архитектурным обликом выглядит следующим образом. Объект по результатам аукциона победитель ставит объект, пишет заявление принять его в эксплуатацию. Объект соответствует нашим требованиям, мы его принимаем в эксплуатацию, выдаем все документы на руки. Победитель аукциона получит право на размещение НТО до 31 декабря 2021 года. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.